Защищает из воздуха. Одесские военные отмечают 12-ю годовщину воздушных сил Украины. На торжественном мероприятии собрались представители авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск. За особые достижения военнослужащих наградили грамотами. Отмечу, украинская боевая авиация принимает активное участие в проведении АТО на востоке Украины. Я просто люблю свою родину. Как бы я не скрою того, что в армию я пошла благодаря тому, что у меня отец бывший военный. Вот. И я как бы не жалею о своем выборе. И я не считаю, что армия – это только мужское, это также и женское дело. Связаны мы с зенитно-ракетными войсками, то есть мы их глаза, мы их нацеливаем, а они дальше уже дело за ними. Они, как говорят, стреляют. Сами военные отмечают ощутимый рост мощи украинской армии. За последние 2 года улучшилась не только материально-техническая база, но и система подготовки. Наши военные стали чаще участвовать в международных учениях и тренингах. Держава повернулася, на мою думку, зараз лицем до своїх збройних сил. На жаль, до цього часу, як розпочалася антитерористична операція та захоплення Криму, анексія, вони просто вмирали, можна так сказати. От я 26 рік вже в армії, я це все на собі пройшов. Зараз фактично відновлюються збройні сили, виділяються великі кошти на модернізацію, закупку різноманітних видів озброєння. Також здійснюється велика міжнародна підтримка з цих питань.